Министерство спорта Омской области, региональное отделение ДСАФ по Омской области и Всероссийское общество автомобилистов представляют. 16 февраля в 12 часов на конном ипподроме состоится чемпионат Омской области по автомобильным трековым гонкам на Кубок Урала и Сибири. Участники – сильнейшие гонщики России. В программе соревнований с 11 часов бега на тройках. Зрелищность соревнований покорит всех. 16 февраля в 12 часов на конном ипподроме. Трековые автогонки.